Ребята, здрасте. После трудного труда, после всех усилий, наконец-то был сделан руль мой. Ой, господи, педали мои хорошие, очень. Но это как-нибудь расскажу. Это все будет обязательно. Расскажу, может быть, на стриме. Расскажу, как это все произошло. Но это конкретно жопа. Если коротко, то спасибо огромной пружинке, которая прям в нужный момент надо было треснуть, как говорится. И, ну, факт того, что нашел, все есть и все работает. Теперь работает, все хорошо. Чё мы сегодня посмотрим? Чё-то у меня там, ну хрен с ним. Сегодня у нас Nissan Skyline, который просили еще посмотреть его обязательно. Мы давайте посмотрим и так далее. Еще у нас состоит и представляет и так далее. Он вышел еще в пятницу, по-моему, вчера. То есть, и, соответственно, вот немножко накопилось модов. И, соответственно, мы сегодня и посмотрим всех. Так, по первым впечатлениям, мне, в принципе, уже нравится то, что выглядит на самом деле очень добротно, прикольно, спортивно. Прикольно. Но вот эта классика, конечно, с двумя рулями, это классика. Это классика, просто классика. И, соответственно, это никуда не деться. Вот. И, блин, никак не исправит это, не исправит. Слушайте, ну, блин, модик, конечно, по внешнему виду выглядит реально бодренько. Очень круто. Что касается по кабине. Одна кабина по шасси у нас 4x2. По двигателям здесь у нас 276 и 650. По трансмиссии 6 передач. Я так думаю, что, скорее всего, коробка автомат. Наверное. По интерьеру. А, не, КПП, механика. Чего себе. Ух ты. А тут, я скажу вам, мне нравится. На самом деле, очень классно сделано. Добротно прям. Реально добротно. Вот, почему нельзя так всегда делать, я не знаю. Очень интересно. Хорошо бы задать вопрос. Не, без рофла, без всяких вот этих причин, я скажу, что на самом деле классно сделано. Очень прикольно сделано. Прям догребки я прям не вижу здесь, прям до чего можно прям догребаться. Салон просто бомба. Вопросов ноль. Все зависит от анимации. По покраске, пожалуйста, на цвет и вкус вы можете поменять любой, какой хотите, на цвет, как говорится, и вкус. По аксессуарам, здесь что мы? Здесь что-то можно добавить. Значок, наверное, в виде значка, наверное, или что это? Да, можем добавить. Плюсы, наверное, скорее всего. Ух ты, вот это нормально. Вот это нормально, конечно, берем. И колесики, что мы можем выбрать что-нибудь? Да, на цвет и вкус, пожалуйста, любой. Оля, это самое прикольное. Вот эти, самые последние. А чё они? О, вот эти. Прикольно, вот эти мне нравятся больше всего. Так, здесь что? Здесь, понятно, надписи. И плюс бампер все у нас меняется. Мне кажется, самый стандартный, самый нормальный, оптимальный вариант. Внутри что? Руль у нас есть. Руль у нас есть, но, к сожалению, менять его нельзя. Здесь я так понял, что висячие предметы GTR, понятное дело. И, в принципе, все. Окей, принимаем, смотрим. На самом деле очень интересно. Очень интересно посмотреть его в плане всего этого. Я думаю, что он себя должен, по крайней мере, показаться. Покажет себя с лучшей стороны. Надеюсь. Вот теперь точно не заводится сама. Педалька у меня теперь настроена. Подожди. Опа! Есть! Хорошо. Слушаем звук. Звук такой тихий прям. Интересно. Звук очень тихий. Поворотники. Есть. Дворники. 3, 4, 5. Подождите. 1, 2, 3, 4. 4 положения. Окей. Свет. Анимация света. Нема. Анимация света я что-то прям не вижу. Ладно. Аварийка у нас. Нема, наверное, скорее всего. GPS работает. Так, что у нас по стеклышкам?
Есть стеклышко, вопросов ноль. Стеклышко у нас есть. Хорошо. Поехали. Блин, как-то он медленно. Очень медленно, пока наберет скорость. Очень странно. И как-то мы это сидим. Что-то мне не нравится в плане сидения. Высоко хочу посидеть. О, хотя бы так. Давайте мы, может, возьмем этот. Давайте. Сейчас мы возьмем другой двигатель. Реально какой-то 256, по-моему. И что-то вообще прям ни хрена не это. Ой. Давайте мы возьмем другой. Слушайте, мне нравится на самом деле. А, 276. Давайте 650. Ну, хотя бы реально посмотреть. Поехали. Какая разница, оно все равно так медленно тоже. Ну, блин, мне нравится, прикольно. Покататься на таком красавце, почему бы и нет. Как-то медленно, на самом деле. Вот мы едем, едем, едем. Я уже... Ну, не знаю, ребят, смотрите сами. В принципе, мне нравится, на самом деле, классно, но только не понял, почему так медленно. Едем, хотя уже на четвертой передаче. Круто, на самом деле, классно, модик. Прикольно, очень классно. На таком красавце покататься, почему бы и нет. Блин, вообще добротный, реально добротный. Просто добротно. Я советую однозначно доколупаться прям. Я не вижу смысла до чего-то либо, да. Но модик на самом деле классный. Класс, класс, очень классно. Советую однозначно, ребят, я вам советую его скачать. У нас нет водителя, конечно, ну и хрен на него. Но выглядит реально бодренько. Вот это мод, конечно, я понимаю. Вот это красавчик. Данный монтур просто красавчик. Молодец, умница. Сделан прям реально от души. С вами канал 24. Всех люблю. Увидимся на видосах и стримах. Пока.